В 2021 году российских пенсионеров ждут некоторые изменения. Среди самых важных можно выделить возраст выхода на пенсию и увеличение страховых пенсий. С 1 января 2021 года женщины начнут выходить на пенсию с 56,5 года, а мужчины с 61,5 года. Однако для выхода на пенсию потребуется соблюдение и других условий: наличие как минимум 12 лет рабочего стажа и 21 пенсионного балла. Отмечается, что количество ежегодно начисляемых коэффициентов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов. А если человек никак не может найти